Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня у нас вот такой вот круглый, очень ажурный мотив. С него можно связать салфетку, скатерть. Возможно, от толщины нить, если будет нить потолще, можно будет даже рассмотреть какой-то вариант блузки. На мой взгляд, он очень красиво смотрится. Кому нравится идея, мы сейчас с вами свяжем такой вот мотив и поговорим о том, как можно их соединить между собой. Итак, сейчас начнем. Вязать я буду с пряжи в 100 граммах 550 метров и крючок взяла 1,3. Начинать мы с вами будем с первой воздушной петли и 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем их колечко. И одну петлю подъема сделаю. Я обвязываю, делаю 12 столбиков без накида. Мы с вами провязываем по кольцу и соединяем соединительной петлей. Итак, соединительная петля. И мы с вами завершили первый ряд. Я вяжу 3 воздушных петли подъема, которые замещают нам столбик, и еще 3 воздушных петли накид. И в рядом стоящую петлю я вяжу столбик с одним накидом. 3 воздушных петли накид и еще. То есть у нас 12 столбиков без накида, и мы в каждый из них вяжем столбик с одним накидом, между которыми по 3 воздушных петли. Итак, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Последние 3 петли. 1, 2, 3. В третью петлю подъема мы соединительным столбиком закрываем наш ряд. Столбиком без накида я перехожу в арку. Вяжу 1, 2, 3. Мы будем вязать с вами вот этот ряд. В каждом из этих арочек мы будем вязать 4 недовязанных столбика с одним накидом и соединять их в одну вершину. Первый я связала 3 петли, второй я вяжу 1 недовязанный столбик, второй недовязанный столбик и третий недовязанный столбик, а четвертый у нас 3 петли подъема и соединила. Далее мы вяжем 7 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, накид и заходим в следующую арку. И опять связали недовязанные столбики. Третий и четвертый соединили вместе. И опять арочку из 7 воздушных петель. И так по кругу. Я завершаю ряд. Последние мои 7 воздушных петель. И мы соединительным столбиком соединяемся в вершину столбика. Все, вот наш ряд готов. Теперь мы с вами должны соединительными столбиками пройти к центру нашей арки. Вот заходя в каждую петлю, я вот таким образом дохожу до центра. Теперь вяжу 3 петли подъема. 1, 2, 3. Это замещает мне столбик накид. И вяжу столбик. 2 воздушных петли. 1, 2, накид. И в это же, под эту же арку вяжу еще 2 столбика. У нас есть с вами как бы два варианта. Мы можем под арку, а можем в одну и ту же петлю провязывать. Теперь 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И вот смотрите, вот у нас арочка. Мы можем с вами просто заходить в петлю в одну и провязывать столбик 1, столбик 2, 2 воздушных петли, накид. И в эту же петлю еще 2 столбика. А можем вязать под арку. Будет смотреться по-разному. Вы можете, видите, вот
один вариант, и вот другой. Вы можете выбрать для себя приемлемый. 5 петель, 1, 2, 3, 4, 5 накид и опять вот подарочку или же в петлю. Итак, мы с вами обошли весь ряд, и теперь последние 5 петель и с третьей петлей подъема мы с вами соединяемся соединительным столбиком. Теперь соединительным столбиком мы с вами можем перейти вот в арку из двух воздушных петель и опять вяжем 1, 2, 3 накид, и в эту же арку вяжем с вами столбик, еще один, 2 воздушных петли накид и еще 2 столбика, 1 и 2, 3 воздушных петли, 1, 2, 3, и под арку мы с вами вяжем столбик без накида, 1, 2, 3 накид, и в арочку мы опять с вами вяжем 1 столбик, 2 столбик, 2 воздушных петли, накид и еще 2 столбика. То есть далее мы с вами все повторяем и доходим до начала вязания. Я обошла очередной ряд, как вы видите. Вот у меня последние мои 3 петли, и я соединительным столбиком закрываю этот ряд. Мы с вами опять должны пройти в нашу арку, поэтому соединительными столбиками зашли и закрепилась я столбиком без накида. Я вяжу 1, 2, 3, 3 петли подъема, заменяющий столбик, и мы с вами вяжем 1, 2, 3. Возвращаемся на замеченную последнюю петлю, я вяжу пико, накид, и мы с вами вяжем еще 2 столбика. 1, 2, 3, столбик, накид и еще 1 столбик. 3 воздушных петли и пико. В первом с вами арке, в первой при начале вязания, мы с вами свяжем только 3. Далее мы свяжем 1, 2, 3, соединяемся со столбиком без накида предыдущего ряда. Есть опять-таки 1, 2, 3 накид и переходим в арку. И в этой арке мы с вами вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, первый столбик, на нем пико, накид и так 5 столбиков. Итак, у нас 1, 2, 3, 4, 5 пико, 3 петли, 1, 2, 3, и мы с вами вот столбик предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Опять-таки 1, 2, 3, накид, и вот в нашу арку опять вяжем по 5 столбиков с 3 по 5 столбиков с накидом, и на каждом из которых мы вяжем с вами пико. И так обвязываем все наши арки. Итак, мы с вами обвязали все наши арки. В каждой из арки у нас с вами по 5 столбиков и по 5 пико. Дошли до нашего начала. И смотрите, у нас было с вами 3. Я сделала еще 2 столбика, и мы находимся с вами в пространстве между, скажем, если это первый, второй, между третьим и четвертым, да, то есть мы вот с вами в том месте, откуда начали наше вязание. Теперь мы с вами вяжем 1, 2, запомнили эту петлю, и вяжем пико 1, 2, 3, возвращаемся, связали пико, 1, 2, запомнили нашу петлю, 1, 2, 3, вернулись, связали пико. Еще 1, 2, 1, 2, 3, вернулись, пико. 1, 2, то есть у нас с вами 1, 2, 3, а нам нужно 5 пико. Еще 3 воздушных петли для пико. 2 воздушных петли, запомнили, еще пико. 1, 2, 3 и еще пико.
Считаем 1, 2, 3, 4, 5. 5 пико у нас есть, 2 воздушных петли. И мы с вами вот 1, 2, в третью пико предыдущего ряда мы с вами соединяемся. Вот у нас с вами что получилось. Далее мы с вами вяжем 1, 2, 3, 4. Запомнили, вяжем пико. 1, 2, 3. Вернулись, пико. И теперь мы с вами должны будем связать вот такую вот шишку. Видите, мы с вами связали вот это пико, а теперь у нас одна арочка просто пико, а одна арочка у нас шишечка из пико. Пико мы с вами сделали, теперь вяжем 1, 2, 3 и запомнили нашу петлю. Теперь 1, 2, 3. Накид, запомненную петлю, я возвращаюсь и вяжу столбик с одним накидом, но не довязываю. Накид, вяжу второй столбик, не довязываю. Теперь я соединила их все вместе. 1, 2, 3. Возвращаюсь в нашу петлю и вяжу столбик. Или соединительный столбик будет, по-моему, аккуратней. И теперь мы опять с вами вяжем 1, 2, 3. Запомнили. 1, 2, 3. Вернулись, связали пико. И 1, 2, 3, 4. Мы переходим в следующую арку. 1, 2 и столбик без накида. Вот смотрите, что у нас с вами получилось. Таким образом мы с вами будем чередовать вот такую арку и арочку вот с таким вот шишкой. И в этих, с помощью вот этих вот арочек, видите, с помощью шишек мы с вами будем соединяться. К примеру, у нас с вами вот нужно соединиться. Но мы уже провязали, теперь нам нужно соединиться. Вот, здесь немножко я отъеду, чтобы было лучше, как бы обзор лучше. Нам нужно соединиться в этой шишке. Если мы посмотрим здесь, то мы соединялись шишка. Вот центральное пико и шишка. Вот, шишка, центральное пико и шишка. А в этом мотиве мы должны однозначно соединиться вот с этой шишкой. Так, да? Мы должны соединиться вот с этими пико центральными. И мы должны еще с вами соединиться вот с этими шишками. То есть вот это третий мотив, который идет. Да? Вот у нас соединение. У нас будет 1, 2, 3, 4, 5. 5 соединений. Только тогда мы как бы присоединим третий. Соединять мы с вами начнем вот с этой шишки. Я связала очередную шишку, соединила ее вместе. И теперь мы с вами можем зайти в вершинку нашей шишечки, зайти, провязать рабочую петлю. Но сейчас нам нужно закончить ее. То есть мы сделать 1, 2, 3 и опуститься. Сделать соединительную петлю 1, 2, 3. Теперь у нас пико 1, 2, 3. Закрыли пико. 4 петли 1, 2, 3, 4. И переходим в арку 1, 2. Вот в третью пико нашего рабочего мотива. Вот у нас с вами произошло одно соединение. Теперь мы должны с вами соединиться вот 1, 2, вот в центральную. Я здесь ошиблась. А нет, вот смотрите, 1, 2, вот у нас центральное пико, еще 2 осталось. Поэтому мы сейчас что делаем? 1, 2, пико, 1, 2, 3, это первое пико. 1, 2, это у нас второе пико. 1, 2, 3, второе пико. Так, 1, 2, заметили, 1, 2. И вот только теперь мы с вами можем соединяться с нашим пико. Вот наше пико. Ищем, где оно. Вот 1, 2. Видите, вот 1, 2, вот 3. Мы заходим в него. Протягиваем нашу рабочую нить, еще одна воздушная петля, возвращаемся и заканчиваем пико.
И далее мы заканчиваем арку с вами и соединяемся в следующий. Итак, смотрите, вот мы с вами соединились с шишечкой, мы соединились с центральной. Следующая у нас будет идти вот арочка, да, и вот мы должны будем соединиться вот с этими двумя шишечками, зафиксировать нашу третью. Итак, смотрите, вот у нас следующая наша арка, наша шишка готова. Мы теперь что делаем? Ищем вот эту и ищем точку входа. Протягиваем рабочую и вяжем 1, 2, 3. И заканчиваем вязать вот нашу эту шишку верхнюю. И далее 3 петли и пико. Заканчиваем вязать вот эту арочку и соединяемся. Вот что у нас с вами получается. Видите, соединение, соединение, центральное соединение. Теперь у нас соединение вот с этим пико и вот с этой шишкой. То есть сейчас вяжем 2 пико и с третьим соединимся. Начали мы вязать с вами арку. Вот мы провязали 2 воздушных петли. Ищем вот это пико. Еще протянули. Еще одна петля и вот закрываем пико. Есть. Далее 2 петли и пико. И заканчиваем вязать эту арочку. Вот видите, что у нас в итоге получилось. Я пока еще не заканчиваю, но уже явно хорошо, красиво все видно, да? Центр. И у нас еще осталось одно вот это соединение. Итак, вот у нас с вами осталось последнее соединение. Я сделала вот шишку, пока соединила, да? Теперь мы ищем на противоположном нашем мотиве. Протянули. Теперь 3 петли. 1, 2, 3. И заканчиваем соединительной петлей. 1, 2, 3, делаем пико, 1, 2, 3, и последние 4 петли, ох, 1, 2, 3, 4, и идем, соединяемся вот здесь, 1, 2, в третье пико нижнего ряда. Далее у нас все повторяется, наша обвязка, если у нас здесь есть соответствующие мотивы, мы их соединяем, и в итоге, как вы видите, что у нас с вами получается, вот такая вот ажурная красота. Вот, пожалуй, и все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте хочу с вами попрощаться, пожелать вам творческих успехов. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч.